Здравствуйте, дорогие телезрители моего канала, с вами Акил Аялгузя, и сегодня 9 октября я, как бы сказал вам, буду играть в Prince of Persia. Это не Prince of Persia, который Забытые пески, это просто Prince of Persia, новая версия, новая, совсем другая Prince of Persia, и я надеюсь, что эта игра вам понравится. Только открытие этой игры у меня в этом экране, мне увидите. В дальнейшем, когда я буду играть эту игру, вы моего лица не увидите. Только увидите фрагмент игры, как я прохожу эту игру. Ну, не знаю, час игры будет где-то... Час игры буду играть. Один час или где-то не больше часов буду играть. Первую серию, вторую серию, третью, четвертую. Не знаю, это может быть в этом октябре. Все игры, которые... Все части будут в октябре, может быть, в ноябре будет. Другая игра у меня, другая игра буду играть. И ничего, версия совсем другая. Ну, посмотрю, если... подписчиков и просмотров и классов будет много на этом игре, я буду продолжать эту игру, буду. Но если я увижу, что в первой серии мало подписчиков и мало просмотров и классов, тогда не буду эту игру играть. Замечательная игра Prince of Persia. Эрика и... так называемый этого игрока вообще-то сын Шарамана и брат Малик, как вообще-то имени не говорят. В кинофильме, я бы когда смотрел его фильм, там его звали Дастан. Но как бы сказать, на этом игре, если его имени нету, мы его назовем Акела. Так лучше будет, так, ну... как бы сказать, правильно будет, если мы будем его звать, этого нашего главного героя Акелла, тогда будет все по правде. Эрика и Акелла. Новая серия, новая игра, игрушку я нашел для вас. Прохождение Принцов Персия. Отличная игра. Советую вам посмотреть. 9 октября, первая серия. Тебе надо лишь попросить. Прости же меня. Ты знаешь, чего я прошу? Если желание исполнить, то дай мне моё. Посмотрим, что будет дальше. Акелла на пустыне, бури пустыни, это буря, которая ходит наш герой. Ветер свободен, но песок следует за ним. Ветер свободен. Он не знает окружающего мира. Он на милости дыхания богов, порывов ветра могучих бурь. Значит, одна песчинка в пустыне. Одна пылинка среди бури. Один раз прошу эту игру, дорогие телезрители. Интересная игра, советую вам тоже играть. Элика. Теперь сейчас, кажется, камера будет, дорогие телезрители. Фара. За ним гонятся. Фара.
Первая встреча. Привет. Говорил же, что ее тут нет. Угу. Пошли. Говорил, что здесь его нет. Эй, скажи хоть, как тебя звать? Амала, хотя бы имя скажи, да, мне? Эй, девушка! Эй, бля! Не убегай от меня! Я хочу с тобой познакомиться. Точно нет нужды. Может, все же поговорим? Понятно, похоже, ты не разговорчив. Кажется, сейчас ты уже не прочь поговорить, верно? Все убежали. Да-да, и ты, Рики, прочь. Почему ты преследуешь меня? Почему ты за мной? Я просто ищу... Фару, я слышала твой крик. Тебе с подружкой надо уходить. Подружкой? Фара не подруга, это мой осел. Ты рисковал жизнью из-за осла? Это да. Хороший осел. И с ним, к тому же, изрядный груз золота. Просто уходи. Если нас не увидят вместе, тебе ничто не грозит. Эй, ты! Может, в следующий раз дашь совет вовремя? Я тоже так должен делать. А малыш, не надо мне такого делать. Да. Она ехала, да? Почему ты убегаешь от нас? Элика!
Да! Твоя дочь убегает от тебя. Какой ты занудый отец, что твой... Дочь... Бежит... От тебя. Нет! Он здесь ни при чем! Здесь ни при чем! Это не мой мужик! Но как ты? О, я поймал тебя. Они идут! Сюда, сюда! Надо уходить отсюда. Как ты это сделала? Как ты это сделала? Я не знаю. Я не знаю, как не знаю. Ясно. А твое умение творить магию не связано с тем, что они хотят нас убить? Меня они убивать не хотят. Их цель ты. Почему я? Ладно, секретничай. Но скажи хотя бы, как отсюда бежать. Мне нельзя бежать. Мне нужно в храм. Мне нужен храм. Храм святых. Красиво выглядите. Я не смогу. Все, дальше я смогу сама. Ну и девочка, хотя бы сказала благодарю, отпусти спасибо. Ее. Отпусти его. Почему отпускать мне его? Я потерял осла. Упал со скалы и получил камнем по башке. Я точно не в настроении. Да, я тоже не на настроение. Отпусти ее! Я ее силы не держу! Пусти ее! Она бежит от вас, а не от меня! Беги! А ты убежал. Ну как, сможешь бежать? Ну, еще бежать. Да. А где твой храм? А где твой храм? Покажи свой храм. Иди, я пойду следом. Иди, я пойду за тобой следом. И же девочка видит, что это парень не простой парень. Просто он бандит немножко. Она останови. Здесь. Мы не причиним Остановите. Вам не причиним вам зла. Бегай. Ты же бежал. Ты не встанешь между нами и принцессой. Какой принцессой? Так ты принцесса? Элла, ты принцесса.
Моя принцесса. Все кончено! Тебе не вернуться! Зачем бежать? Бежать тебе некуда! Он не сдается. Надеюсь, ты не боишься высоты? Храм здесь, прямо под деревом. Вы поклоняетесь дереву? А я поклоняюсь всем высшим Господу. Аллаху, бисмиллахи рахману рахим. На дерево не поклоняются, Боже мой. Девушка, стой, да? Пустыня, кажется, это Сахара. Красивая игра, интересная игра. Советую вам тоже играть эту игру. Поднимаемся вверх, прямо за девушкой. А может остановишься? Да пошла, Адала. Что ты там делаешь? Бери за конец, толкай. А что в храме? Толкай, говорю. Здесь есть золото? Вроде за нами не гонятся, но лучше спешить. А если здесь нет золота, зачем тут столько запоров? Это тюрьма, где заключен Ахриман. Ахриман? Ахриман чунда. Ахриман, бог тьмы, который убивает людей и уничтожает города? Это им пугает непослушных детей? Будет много мертвых непослушных детей, если ты мне не поможешь. А где эта девочка? Девочка? Где девушка? Я что? Где Ахриман? Под этой печатью.
Спасибо, что помог мне добраться. Но теперь тебе нужно уйти. Ты должен уйти. Ты хочешь, чтобы я ушел? Эрика! Вернись. Я разберусь. Я не могу потерять тебя снова. Я не могу потерять тебя. Отец, нет, умоляю. Умоляю. Отец? Отец. Нужен другой план. Вот это другое дело. Что это за существа?
Солдаты Ахримана плененные вместе с ним. Да? Ну, похоже, они выбрали. Ай, Мишлёв! В общем, да, они просто хотят уничтожить этот мир. Кто еще из твоих родственников решил нас убить? Или конца света жаждет лишь твой отец? Ты думаешь, я хотела этого? И что нам теперь делать? При условии, что бог тьмы не прихлопнет нас, как мух. Да. Он еще не освободился. Угу. Не до конца. Храм пока еще сдерживает его. Храм или мечеть? Как? Что-то произошло с плодородными землями. Если мы дойдем до них, будет шанс его остановить. Плодородные земли. Плодородные? Земли, созданные, чтобы сдержать Ахримана. Они питают храм. А храм питает дерево. Его нужно остановить.
Ага. Чтобы сдержаться. Мы должны выбраться отсюда. Ну, беги. Но далеко ты не уйдешь. Далеко ты не уйдешь, если не поможешь. А, шайтан, я шел домой. У меня была бы куча золота, десятки женщин, море вина, ковры вот такой толщины. А теперь моя компания — злой бог и безумная дева. Ладно. Что там надо сделать и с какой из этих штук? Угу. Сделать с какой этих штук? К этим плодородным землям мы все равно не сможем пройти. Надо добраться до этих четырех. Тогда посмотрим, что из этого получится. Если я найду осла. Вот такие ковры! Вот такие! Ой, да. Бедные пары. Оп. Вот мы и здесь, дорогие телезрители, на середине. Нажмите, что нажать? Семена света. Нужно добро пожаловать на урок по работе с картой. Куда теперь? Угу. Нам где сюда? Или сюда? Или сюда? Вот эти четыре мы. Остальных еще невозможно найти. Давай с первого начнем. Вот нам ту сторону. Вот ту сторону мы пойдем. Еще рано, дорогие телезрители. Я здесь, как бы сказать, хочу остановиться, чтобы играть дальше. До новых встреч! Первая серия Принцов Персия. Эйлика и Акелла спасают мир от злого тьма или духа, или как это там, дьявола. До новых встреч. Увидимся снова. С вами была Акелла Янгзей. Берегите себя.